процесс ремонта дороги в Бангладеш. Дальше знакомимся с местным гончарным производством. Интересная гончарная мастерская. Все своими руками. Посуда. Здесь же заготовочки. Белье сохнет, здесь же заготовочки для бизнеса. Так, покрыли голову. Идет процесс. Большое количество гончарных изделий. Что там за фрукт? Ага, видим. Везде здесь заготовочки лежат. И здесь тоже. Вот они, готовые гончарные изделия. Ха-ха. Песочница большая. Да, зафрол, вижу. Опа. Очень много пиалочек, гончарных изделий. Тоже спрятаны. Друзья, это место обжига гончарных изделий, как мы понимаем. Печь для обжига. Почему-то треснувшие. Вот так, довольно легенькие изделия. Тут же во дворе мусорка. Это туалет. Сами понимаете. Больше им ничего не надо. Во дворе пальмы растут. И вот такая гончарная печь. Здесь же идет добыча глины. Мешаем прям ногами. Почему бы и нет? Все в работе. Ремонт дороги. Полным ходом. Поэтому вся улица уложена красным кирпичом. Очень удобно ходить. И довольно-таки красиво, ухоженно получается. Местные овощи. Погнали изучать Бангладеш дальше. Как вам такой процесс загрузки? По маленькой лесенке. Молодцы, пацаны. Передавай привет. О, молодец. Бангладеш. Бангладеш, привет. Все, друзья, мы поехали дальше знакомиться с Бангладеш. До встречи.